В общем, с применением простыни или полотенца, главное, чтобы длины хватило, также мы растягиваем ноги. Есть такие массажеры, продаются. Вот тут, смотрите, что косточки вот, не били, да, перекладывают полотенце, да, защипывают, чтобы было достаточно удобно, комфортно. Или если так неудобно, да, то можно с другой стороны, наоборот, вот отсюда. Есть такой массажер, когда вот приходите дома, да, ложитесь, а у вас ноги просто покачиваются. Да. Тоже очень приятно, вроде бы какая-то ерунда, да, но потихонечку там позвонки начинают выстраиваться. А тут мы в нашем кабинете тоже применяем чуть повыше, чтобы именно до поясницы достать. И вот раскачиваем и тянем, тянем, тянем на себя. Очень приятно. Достаточно приятное, да, ощущение? Вот смотрите, насколько его уже на 5 сантиметров уже длиннее стола вот, высунулось, да? Очень приятно, попробуйте. Да. Вот теперь к вопросу о том, если мы нащупали, да, что у нас ноги разные по длине. Сейчас проверим. Данного реципиента все на месте. Ну, чуть-чуть эта нога длиннее, да? Из-за чего это происходит? Из-за того, что тазовые кости, эти подвздошные, мы их покажем. О, вот они высоко указывались так. Они могут быть немножко смещены относительно крестца, то есть таз либо вот так пошел, да? Как это влияет на ноги? Ну, большой верцел бедренной кости, да, вот мы его нащупываем, да? Он стыкуется как раз с тазовыми костями, ну, вот так вот изображу, как бы с краешку, да? Вот получается, да? И, соответственно, если... А это гребень подвздошной кости. Похоже, да, наверное? Вот, если что-то смещается, да, соответственно, нога, видите, одна ниже получается, одна, другая выше, да. То есть это влияет на всю ногу целиком. Какими методами мы воздействуем? Вот у нас это было ниже, значит, тут таз пошел вперед. Мозлительно, представляете, да, вот эта схема? Значит, нам надо здесь давить на таз в ту сторону вверх. На прям под гребень подвздошной кости. А здесь удерживается чуть вниз. Мы дышим, давим, давим. Еще от позвоночника мышцы идут внутри, в глубине за брюшиной, за кишками, да? Как там называется? Пояснично-крестцовые, пояснично-бедерные там какие-то мышцы. Вот они отвечают за подъем ноги, подъем бедра. Когда пресс неправильно делают. Да, и когда пресс неправильно делают, да. Вот чтобы до них достать, есть легкий способ такой. Ну, либо под коленки подкладывается подушка. Мы не будем через весь живот пролазить, да? А вот так вот нащупываем вот этот гребень. Да? Так немножко на себя и дышим, дыши. Больно? Да. Тут может быть больно, потому что пережали лимфоузлы. Тогда, чтобы не прижимать, смотрите, немножко ткани как бы набирается побольше, да, и вот туда. То есть, чтобы не напрямую уже, да, на кость, немножко вот побольше там возьмете. Ну, масса какой-то, да, вот его кожи. И вот туда поглубже. А так, комфортно? Супер. Да? Больно. Больно? Может быть, есть какие-то там желудочно-кишечные заболевания. Тогда просто провибрируйте. Чуть раздвигаем так? Не, просто небольшое натяжение на себя. Такая вот. Далее.
мы обнаружили, что все-таки нога осталась одна длиннее. Например, вот эта, да? Давайте наоборот. Это длиннее, это короче, да? Ну, просто чтобы не в эту сторону показывать на камеру, удобнее было. Тогда нам нужно, опять же, ну вот, вот эти легкие способы, да, не помогли, мы видим, да? Ни один другой способ не подтверждает противоположные способы, да? Тут надо ставить союз не или, а и. То есть делаем и то, и то, и то, пока там не добьемся какого-то результата, да? Тогда берем ногу, раскачиваем, конечно, одежда должна быть более свободна. Или там без одежды человек. Ну, я просто в бане работаю. Изначально все головы ходят. Раскачиваем. Во все стороны проверяем. Там есть много методов. Например, на поясницу. Коленный сустав. Раз так переводили, прожали. Бедренная часть. Вот так, кстати, как раз именно та самая грушевидная мышца, мы слышали, да, про нее? Которая пережимает следующий нерв. Вот она именно работает, вот, ну, вот это, поэтому вот приемчик достаточно полезен. Так, и у нас, то есть если эта нога длиннее была, да, то эта подвздошная кость должна быть выше бедренной, да? Значит, мы на нее давим с раскачиванием вот этой коленки, да? Тоже находим такое преднапряжение, потом как раз вот так вот. Извини, передаю, да, чуть-чуть. Часто слышен хруст либо вот здесь, либо в подвздошно-крестцовом сочленении, вот там, с той стороны. Только с этой стороны. У меня сейчас. А, у тебя было, да? Да, с этой. Хруста не было, оно остаточное прошло. Да? Вот, тоже хорошо. Теперь есть, у меня просто стол с тремя ножками, я прошу человека. Так держаться за третью. Последнюю еще есть ножки. Это деньги вам, доктор. А, деньги. Ну, положили, потом заберешь. Держись за стол. Если есть помощник, можешь держать его за плечи дополнительно. Ну, прижми просто. К столу. Да, плотно. Здесь мы вот раскрутили сочленение вот этого бедерное. Расслабили, да? И после этого выдергиваем. Либо то же самое держи, либо выдергиваем вот здесь, вот в эту сторону, с поворотом таким. Даже сейчас можно почувствовать, что нога могла увеличиться. Да, реально, она стала длиннее. Может, он стать лежит, кстати, криво чуть-чуть. Ненормально. Я, в принципе, аккуратно делаю, не чрезмерно. Как вот весь принцип не перебарщивается. И следующий прием, да, удлинение этой ноги, это мы упираемся противоположной ногой к себе, вот сюда, в бедро, а эту ногу мы растягиваем достаточно медленно, но сильно за счет поворота корпуса. Сейчас покажу на камеру, как это выглядит. Вот уперлись, да, плотно, захват плотный. Не за счет поворота. Ну ты, наверное, чувствуешь, как здесь тянется, да, здесь тянется, там тянется, все сочленения. Угу. Но этим также можно колени разгрузить, да, получается? Да. И колени, и лодыжки. Все разгружаем. Теперь давайте попробуйте друг на друге.